Я покажу, как из одной нити шить в три нити. Если у вас нет толстой нитки, можно взять одну обычную катушечную и сложить ее в три сложения. Складываем в три сложения. Вот. Теперь конец. Заправляем в машинку. Здесь у меня уже заправлена нитка, я просто свяжу и протяну. И заправляем в иголку обычным способом, как обычно. Достаем и шьем. И строчим. Ну вот, я прозевала. Все, и строчим обычным образом. Единственное, надо следить вот за этим участком. Вот видите, образовалась петелька. Берем. И в эту петельку просовываем нить от катушки и вытягиваем. И просто оставляем нить. И строчим дальше. Опять надо следить за этой ниткой. Как только останется маленький участок, опять. Вот, смотрим. Еще есть, еще у нас много. Как только останется вот эта петля маленькая вот здесь, в нее опять просовываем два пальчика и вытягиваем одну нитку.